старперы, открой рота, побеждавшие и проигрывавшие за всю его историю. И малолетки, выросшие из штанов страниц 15, 16, 17 и 18. Матч ведется до трех побед. Команда, набравшая в раунде наибольшее количество баллов, выигрывает раунд. При счете 3-0 или 3-1 матч не прекращается, потому что мы должны дождаться финала. В каждом раунде из каждой команды выбывает один человек. В каждом раунде меняется жюри. Итак, у нас 10 участников, 15 членов жюри. Один единственный главный приз. И я до позавчерашнего дня был уверен в победе стартеров.